Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Буланов Дмитрий Анатольевич, знаменитый советский художник и дизайнер-график. Его работы в стиле конструктивизма известны во всем мире. Родился 21.07.1898 года в Нижнем Новгороде. Работал в рекламном и политическом плакате, книжной графике и декорационном искусстве. Предки Буланова оставили заметный след в истории России. Например, генерал Петр Никифорович Ивашев был соратником Суворова, участвовал в Бородинском сражении. Василий Иванович Ивашев, декабрист. Бабушка Мария Васильевна Трубникова, организатор и лидер феминистского движения в России второй половины 19 века. Родители Анатолия Петровича и Ольга Константиновна Буланова, активные народовольцы. Я беру данные, которые мне удалось найти в интернете. В 1906 году семья переехала в Петербург. В 1910 был отправлен родителями в Германию, Италию и Швейцарию для лечения. В 1917 окончил частную гимназию доктора Шиповальникова. Поступил на юридический факультет Петроградского университета. В 1918 поступил на учебу в Петроградский государственный свободный художественный учебный мастерский. В 1920-е и начало 1930-х годов работал в Петрограде и Ленинграде по заказам Государственного бюро рекламы. Выполнял рекламные плакаты для зоологического парка в Ленинграде, а также политические плакаты. Затем работал декоратором Ленинградского академического малого оперного театра. Известен также как иллюстратор и оформитель книг, в основном для детей. Работает в Николаеве, Херсоне, Одессе. Издает первые плакаты 1920-х годов. 1922 возвращается в Петроград, заведует художественной частью журнала «Жизнь искусства». Работает в качестве книжного и журнального иллюстратора. Сдает плакаты, в основном рекламные, но также и политические. В 1941 арестован и репрессирован из обвинительного заключения. Расследованием по делу установлено, что Буланов, будучи враждебно настроен к советской власти, на протяжении ряда лет до дня ареста среди своего окружения проводил антисоветскую агитацию, направленную на свержение советской власти. Контрреволюционных позиций критиковал проводимую советским правительством политику. Клеветал на советскую действительность, восхвалял фашистский строй Германии. После вероломного нападения Германии на Советский Союз высказывал пораженческие взгляды. Виновным себя не признал. В Ленинграде у него осталась престарелая мать, жена и 10-летний сын. В 1942 году умирает в тюремной больнице. Посмертно был реабилитирован. Дмитрий Анатольевич Буланов всемирно знаменит серией плакатов для ленинградского зоосада. Но до последнего времени не были известны ни дата его жизни и даже полное имя. Ну вот так вкратце из данных, которые мне удалось найти в интернете, о Буланове Дмитрии Анатольевиче, знаменитом советском художнике и дизайнере. Его работы в стиле конструктивизма известны во всем мире. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.